Продолжаем выпуск. В Коканде впервые пройдет международный фестиваль народно-прикладного искусства. Соответствующее постановление подписано президентом страны. А Маргилан готовится к международному фольклорному фестивалю. До самих событий еще есть время, но организаторы уже самым тщательным образом готовятся к ним. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Значение международного фестиваля народно-прикладного искусства очень велико. Это и ознакомление широкой общественности с уникальными образцами богатейшего культурного наследия, укрепление дружбы и сотрудничества, а вместе с тем возрождение и сохранение традиций школы ремесленничества. В эти дни Коканд преображается в связи с большим событием. Благоустраиваются улицы и площади, гостиницы и другие объекты сферы услуг готовы к приезду гостей, талантливых мастеров и специалистов сферы из более 50 стран. Участников конкурса будут оценивать члены жюри, знатоки искусства со всего мира, а победителя ждет денежное вознаграждение в размере 45 тысяч долларов. Напомним, что ассоциация «Хунарман» с марта этого года вступила во Всемирный ремесленный совет. Его президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гада Кадуми посетила Коканд в преддверии фестиваля, который состоится 10-15 сентября. Этот город издревле славится как центр культуры и ремесленничества. И символично, что именно здесь пройдет крупный международный форум. Я под большим впечатлением от достопримечательностей Ферганской области. Ханского дворца Орда, мечети и медресе, государственного музея. В то же время меня очень заинтересовали ручные изделия народных мастеров. Это тонкая и сложная работа. А между тем в Маргилане полным ходом идет подготовка к другому масштабному событию – международному фольклорному музыкальному фестивалю «Великий шелковый путь», в котором свое творчество представят народные ансамбли. Программа фестиваля яркая и насыщенная. Словом, в этом году Ферганская область будет в центре внимания ценителей искусства со всего мира, которым будет представлено уникальное наследие и богатая культура узбекского народа.